Калу Наражан Джагатам Парам Гуру Трилокунатха Натопад Панкаджам Праена Марта Бхагавантам Ачутам Джакшанти Пасанда Вивинна Четаса Калу Наражан Джагатам Парам Гуру Трилокунатха Натопад Панкаджам Праена Марта Бхагавантам Ачутам Якшанти Пасанда Вивинна Четаса. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что обусловленная душа, так или иначе, она не может избавиться от своих проблем. Не может избавиться от своей обусловленности. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что обусловленная душа своими собственными попытками, она не может обрести благо. Обусловленная душа своими попытками не может обрести подлинного блага. И поэтому мы должны предаться лотосным стопам Садгуру. Шрила Прабхупад говорит, я должен предаться лотосным стопам такого Садгуру, кто может дать мне наивысшее благо. Я не могу предаться какому-то обычному гуру. Я хочу предаться лотосным стопам такого великого возвышенного Садгуру, который может принести мне несомненное высшее благо. Обусловленная душа не может поверить, у нее нет такой уверенности, поскольку из-за майи их такая уверенность не может появиться. Это значит атма. Внутри тела пребывает, и внутри этой атмы Бхагаван также в форме параматмы присутствует. Обусловленная душа не может быть уверена в себе. Они могут, конечно, вести себя, как будто они уверены, но по факту такого не может быть. Вот такой прямоты не может быть искренности. Ни незапутанности. Обусловленные души, они не могут иметь такой прямоты, уверенности и других качеств, которые могут быть в Гуру Вайшнавах. В этом главная проблема. Шрила Прабхупад говорит, если вы поверите мне на 100%, будете следовать тому, о чем я говорю. Если у вас есть вера, полная вера в меня, если вы отдадите мне всю свою ответственность насчет всего суждения насчет плохого и хорошего, если вы доверитесь мне, то тогда и только тогда я могу взять всю ответственность за вас, иначе нет. Я знаю, вы находитесь в мае. Вы следуете своему беспокойному уму, и в этом случае я не могу помочь вам. Шрила Прабхупад говорит, если вы поверите мне на 100%, что да, то, что Махарадж может сделать для нас, это полностью совершенно, и тогда и только тогда я смогу позаботиться о вас, иначе нет, невозможно. Обусловленная душа, она, ее беспокойный ум не может принять какого-то конкретного решения. И вот как долго дживатма, она сохраняет свои какие-то эти корыстные мотивы какие-то, пока она поддерживает свои корыстные интересы,
до тех пор полное освобождение от всей обусловленности невозможно. А если невозможно такое полное самопредание, как эта душа может продвигаться по духовному пути? На пути духовного баджана, духовного развития. Особенно в эту кали-югу, в век раздоров и споров. Калоу Нараджан, Шрила Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа, о царе. Калоу Нараджан, Джагатам Парам Гурум, Трилоку Натха Натопада Панкаджам, Прайна Малта Бхагавантам Ачютам, Джакшанти Пашанда Вивинна Читти. Особенно в Кали-югу у людей нет веры, они ничего не делают, занимаются всякой ерундой в эту Кали-югу. В Бхагаватам также говорится в первой песне. И вот в начале Бхагаватам такие слова приводятся. И вот продолжительность жизни живых существ Кали-юга очень коротка. Я говорил, что наша жизнь очень-очень коротка. Если мы совершим какую-то ошибку, то времени ее исправить уже не будет. В баджане, если мы совершим какую-то ошибку, то мы не сможем исправить, вернуться и исправить. В этом проблема. Без полного шаранагати, лотосным стопам, подлинного садгуру, нет никакого пути, чтобы спасти себя. The brain is totally out of order. Manda. Manda means bad. Bad intelligence. Manda значит дурной разум, буквально. Скверный ум, поскольку асатсангана происходит в нашей жизни. You cannot take resolution. Вы не можете принять решение. You cannot take oath. Взять обет, что я не буду совершать никакой асатсанги в этой слабости обусловленной души. Осознанно или неосознанно, они совершают асатсангу. Единственное, когда ваша голова, она полностью продана лотосным стопам подлинного садгуру, то тогда все ваши действия, они могут быть, находиться под контролем такого садгуру, иначе нет. Полное самопредание, оно должно быть. Состояние обусловленной души очень плачевно. Она не может найти никакое решение в своей жизни. Кто-то из-за разочарований совершает самоубийство, кто-то идет не туда под чьим-то влиянием. Есть какие-то лидеры, которые дурят народ. И вот проблемы различные происходят из-за этого и других вещей. Но главная проблема в том, то, что мы злоупотребляем сиддхантой, наставлениями писаний. И наши гуру, в этом главная проблема. Наша Шраута Пантха очень чиста. Шраута Пантха очень чиста, если мы следуем чистой парампаре. Но много раз я говорил, мантра парампара иногда может быть какая-то проблема в мантра парампаре, но в Бхагават парампаре мы должны следовать. Если мы достаточно удачливы, то можем следовать мантра парампаре. Если нет, и
эта преемственность нарушается, то тогда мы должны следовать Бхагават-парампаре, тем, кто находится в наставнической преемственности с Шрилой Прабхупадой. Мы должны выяснить, что следует Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру по-настоящему. Я не хочу дальше говорить, поскольку это может запутать вас. Единственное, что вы должны делать, найти, кто следует Шриле Прабхупаде, а кто просто говорит, что он следует. Если вы видите, что какой-то вайшнав именно делает, а не просто говорит, то мы можем следовать ему. А если будем следовать тем, кто говорит совершенно то, отдельно от того, что делает, то ничего хорошего не будет. Прахлад Махарадж, он молится Нарисимхадеву такими словами. И вот в этом здесь описывается такое плачевное состояние обусловленных душ. Их язык, он хочет получить то или иное, его тянет на какие-то грязные вещи, к алкоголю, трупоедению и одурманивающим веществам. И все же даже получает, а язык не чувствует удовлетворения, поскольку ищет удовлетворение там, где его нет. Мы ищем умиротворение в каких-то посторонних, внешних вещах. Но мы глупы и не знаем, что подлинное блаженство, но внутри нашего сердца. На хинди Махарадж говорил в Харикатхе про Бхагавад-гиту, то, что нам нужно только и только обрести общение с чистыми гуру вайшнавами и все. Саду-санга – это первоочередное. И тогда и наша душа, она тоже гьянамой. Наша душа, она чинмой, она трансцендентна. Мы забыли, что наша душа, знание уже есть. Знание гьяна, татва-гьяна присутствует в нашей душе. Но из-за майи мы забыли об этом. Майя покрыла все. Гуру вайшнавы могут говорить харикатху и с помощью этой харикатхи. То есть харикатха, подобно огню, она может зажечь. Это как искра, которая может зажечь сток сена или еще что-нибудь. Вот это подобно харикатхе. Нам нужна милость чистых гуру вайшнава. Не делайте ничего на показ. Наша душа, она уже полна блаженства, но она покрыта. И гуру вайшнавы, они могут убрать майю с нашего сердца, харикатха, подобно искре. Если эта искра попадет в наше сердце, то она сожжет все невежество и изменит всю нашу жизнь. Но проблема в том, что под именем сатсанги, осознанно или неосознанно, мы совершаем асатсангу. Если мы совершаем постоянную сатсангу, то как мы становимся беспокойными? Как это возможно? В Шримад Бхагаватам Махапуране говорится в 11-й песне
Бхагаван Шри Кришна говорит Удхаве. Вы знаете эту шлоку очень хорошо, шлока. Шад антеваши уттарарани тат сандхянам правачанам бидда санди сукава. What does it mean? И что это значит? Бхагаван Шри Кришна говорит, смотрите, just like подобно тому, как friction, when first civilization started in this world, they used to take two stone and friction. Through friction, fire coming. И вот Махарадж рассказывает, раньше люди добывали огонь с помощью трения одного предмета, другое, как это, палочки сухие. Если вот дерево особенно есть какое-то специальное, если их тереть друг от друга, они легко загораются. By the scorching sunlight, very heavy sunlight, all dry, dry wooden is, they get dry. After that, somehow due to wind blow, they get friction with each other and fire take place. And due to wind, that fire taking a huge havoc, shape. Или иногда бывают, леса загораются как-то и сгорают большие площади. Бхагаван Шри Кришна говорит, как Дивья Гьяна может проявиться внутри нашего сердца. Нужно запомнить это. Народам Такур пишет, Дивья Гьяна Хриде Пракашита, пытайтесь запомнить это. Дивьягьяна Хриде Пракашита. Дивьягьяна проявится внутри нашего сердца. Наротам Такур не говорит, что мы должны Таттвагьяну как принести откуда-то снаружи. Пытайтесь понять. Наротам Такур говорит Дивьягьяна Хриде Пракашита. И Бхагаван Шри Кришна говорит то же самое в этой шлоке. И уже это уже здесь. А мы страдаем как глупцы. А почему мы страдаем? Из-за майя. Дивьягьяна Хриде Пракашита, значит, Дивьягьяна уже есть внутри нас. Мы должны что-то сделать, чтобы это проявилось. Ачарджур Араниратту Сад Антеваси Уттарарани Тат Сандхянам Правачанам Бидда Санди Сукава. Ачарджу мин? Ачарья значит гуру, Таттвагьяни Пуруш. И в Гите также говорится. Пранипат, Парипрашна и Сева – три условия. Если мы исполним их в своей жизни, то вы достигнете успеха, несомненно. Но не так это просто. В этом главная проблема. Бхатхадживы всегда пытаются оставить что-то, какую-то корысть оставить себе, какие-то корыстные желания у них есть. Бхагаван Шри Кришна говорит, как два дерева, два куска дерева, если сухие тереть друг от друга, то можно зажечь огонь. Бхагаван Шри Кришна говорит так, как ачарья, он подобен такому куску дерева, а другой это его ученик. А огонь откуда появляется? Это харикатха, это правачан. Это харикатха.
такие огненные речи, это они олицетворяют собой огонь. И автоматически мы можем найти, что дивагьяна, божественное знание, проявится в сердце. И таким образом правило в том, с этой вайдик-юги, с прочин Пауранник-юги, правило в том, что ученик должен предаться Гурудеву и слушать Харикатху, слушать его божественные наставления и пытаться применять их в своей жизни и совершать служение. Если есть какое-то лицемерие, то дивья-гьяны никто не получит. Нет никаких проблем, но проблемы все же есть. Бхагаван Шри Кришна говорит, мы должны, живя в этом материальном мире, мы страдаем из-за действий нашей кармы, плодов нашей кармы. Майя, она влияет на нас. И если у нас нет полного самопредания, все равно мы должны пытаться что-то делать. И так мы можем изменить нашу жизнь. Туласи Дас Махарадж говорит, он был Валмики Муни в прежней жизни. И вот Туласи Дас пишет, и вот здесь говорится, Садгуру Мили, в чем польза Садгуру, толк, если Садгуру, он прощает ученику все свои, все, и просто просит просто голосовать за него, то это не Садгуру, это враг. И какова польза от Садгуру? То, что Садгуру, он может контролировать наш ум, наши чувства. Гурудев может дать божественное знание, и тогда вся тьма, она пройдет, уйдет из нашего сердца. Ну, смотрите, как уголь, он черный, но если он загорится, то он станет цветом, подобному плавленному жидкому золоту. Золото, оно черное, но когда оно этот уголь находится в огне, то уголь сияет, и также обусловленная душа в обусловленном состоянии, она подобна черному углю, а когда обретает божественное знание, то начинает сиять, как солнце, как огонь. Но главное в том, что проблем вроде нет, но все равно кто-то какие-то проблемы в свою жизнь призывает. Почему я это говорю? И вот никто не может, не каждый может избавиться от самсары, кто-то ли самсару, и не так просто они могут избавиться. Хотят жить такой самсарической жизнью. Каково значение того, что нравится нам, а что нет? Если мы уже предались лотосным стопам Садгуру. И вот если мы до сегодняшнего дня все равно мы там что-то нравится и не нравится, вне зависимости от воли нашего садгуру, то это нехорошо. У нас
Избавиться от самсары не так просто, как кто-то чувствует какую-то привязанность к какой-то материи, к этим... И анатхи, эти нежелательные, плохие качества, они могут приходить к нам. И вот анатхи можно сравнить как с плохим сном. Вот в Пури однажды после Радхаятри один преданный, он поваром работал, и вот преданные отблагодарили его за его работу, много пожертвований надавали, всяких даров и прочее. Вот он спал, и тут ему приснилось, что у него все украли. Он начал орать: «Спасите, помогите, все потеряно, что потеряно?» Вот он проснулся и понял, что все при нем, а просто ему приснилось, что его ограбили. И еще один случай, также в Шри Чайтанья Гауди Матхи. Два преданных спали в одной комнате, один брахмачари снизу, другой ну, там видно, двух, это была двухэтажная кровать, вот один снизу спал, другой сверху. И вот преданный снизу, он начал кричать, что привидение, привидение, спасите, помогите. А верхний, он подумал, что это вор, спрыгнул с кровати, поймал этого другого брахмачари, начал кричать, что вора поймал, держите. А нижний брахмачари тоже орал, что поймал привидение, что его спасти надо. Watching one dream, that one ghost came, he is successful to catch him. He catch the, you know, brahmachari down, very like catch the thief, eh? This way. But actually, when they break the sleep, когда они проснулись окончательно, то увидели, что ничего подобного нету. И также Сидда Махатмы, совершенные души, это они, можно видеть, как можно видеть их жизнь. То есть внешне мы можем видеть жизнь нашего Гурудева как-то в одном виде, но что он сделал на самом деле, это другое. И не каждый может это видеть. То, что совершенные души совершают в своей жизни, не каждый может увидеть это. Внешне может выглядеть как-то по одному, но по факту это может быть другим. И вот смотрите, самосознавшие души, они никогда не обманут вас. Шрила Прабхупад говорит, что мы должны верить только чистым Гуру Вайшнавам, это очень важно. Мы не должны забывать об этом, что только и только мы можем поверить чистым Гуру Вайшнавам. Мы не можем поверить даже отцу и матери или каким-то друзьям. Мы можем полностью доверять только чистым Гуру Вайшнавам. И они, несомненно, даруют нам великое благо, они даруют нам силу. И вот шлока, с которой начал я, это шлока Прахлад Махараджа. Вот он описывает такую тяжелую жизнь, если наши все органы чувств не стремятся в различные стороны, чтобы наслаждаться какими-то материальными вещами с различных точек. То есть наши органы чувств, они все тянут нас в разные стороны, и такой человек, он оказывается в опасности, как человек, который женился на нескольких женщинах, то каждая тянет его в свою сторону. Another wife pulling that way, another wife that way, that
И вот так человек не знает, что, что делать. Каждая жена, она тащит его в свою сторону. И вот Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что люди в этом материальном мире, они постепенно уходят от абсолюта, они как-то отвращаются буквально, они уходят от абсолюта таким образом, что даже если какие-то чистые гуру вайшнавы они говорят об абсолюте, то такие люди, они боятся этого. Почему кто-то вот говорит об абсолютной истине? Мы не должны забывать, что наша жизнь ограничена, что мы можем умереть в любой момент, и когда мы это осознаем, как человек, которого уже приговорили к смерти, и вот если спросить такого осужденного на смертную казнь, что он хочет, то этот человек уже ничего не хочет, он только думает, что вот в 5:30 утра его повесят, и уже никаких материальных желаний у него не остается, и также мы должны не должны забывать, что мы в любой момент можем оставить свое тело. И если мы осознаем это сердцем, то все наше беспокойное настроение, оно уйдет, и тогда мы автоматически сможем сконцентрироваться на лотосных стопах Гуру Вайшнавов. Мы можем слушать Харикатху, Харикиртан. А хотя кто-то может слушать Харикатху, но недостаточно внимательно, с недостаточной искренностью. Вот Махарадж пример приводит, что тот человек, который приговорен к смерти, который знает, что ему осталось жить совсем недолго, то он автоматически становится очень серьезным. Как Прохлад Махарадж говорит, что жизнь она не вечна, и нужно совершать такой баджан, чтобы обрести наивысшее благо. И вот также Парикшит Махарадж, он спросил у Шукадева Госвами, что же ему делать в его ситуации, когда он знает, что жизнь его очень коротка, что он обречен на смерть, и он спрашивает, что же делать? То, что человек, он смертен, это несомненно, и его обязанность совершать харибаджан. Следуем ли мы этому? Я уверен, что не все следуют, иначе как какие-то проблемы могут возникнуть. Шукадев Госвами говорит, если вы хотите стать полностью бесстрашным, когда вам надоедят все эти материальные наслаждения, а эти органы чувств, они никогда не будут удовлетворены, сколько бы мы ни служили им. Они никогда не скажут, что достаточно. Кто говорит об этом, вы знаете? Кришна Батмейво, Буйо Эвави Бхардате,
If you want to add fuel to the fire, then fire can extinguish or increase. Нельзя затушить огонь дровами или каким-то горючим материалом. Чем больше мы подкидываем дров в огонь, чем больше он разгорается. И также, чем больше мы наслаждаем свои органы чувств, они никогда не будут удовлетворены этим. Их невозможно удовлетворить. Они никогда не насытятся. И вот смотрите, и вот такие люди, они чувствуют себя обеспокоенными, когда кто-то говорит об абсолютной истине, какие-то хотят остановить, как-то возмущаются. Как Камса, например, он совершенно не заинтересован слышать ничего о Кришне. Когда Шрила Прабхупада начал Харикатху в Мурсидабаде, то буквально за первые пять минут началась куча недовольных, возмущающихся людей, поскольку Шрила Прабхупада говорил об абсолютной истине, и вот какие-то хотели как-то прекратить, чтобы остановить Шрилу Прабхупаду, чтобы он говорил об абсолютной истине. Какие-то люди ушли, но все же... А еще нашлись люди, которые начали злоупотреблять как-то этим. Мне очень неудобно говорить об этом сейчас. Я собирался начать говорить о Дживататве, но мне преданные сообщили, что происходит, что какие-то люди, они злоупотребляют Харикатхой. Я никогда не говорил так, они как-то поняли превратно и действуют, соответственно, не так. То есть кто-то злоупотребляет Бхактисиддханта Вани ради своей корысти, но это нехорошо, лучше не совершать баджан, чем злоупотреблять Харикатхой. Если вы хотите совершать баджан или понять сиддханту, вы должны быть очень искренне. И должны следовать должным образом. Я могу привести несколько примеров, чтобы вы поняли. Вот сахаджи и Нарадакунде, сахаджи не могут находиться в трансцендентной Радакунде, они находятся в материальном мире, но все же они пытаются как-то доказать, что нигде не написано, что... А, они, наоборот, пытаются доказать, что шафрановую одежду вайшнавы не могут носить. Хотя даже в первой шлоке Упадешамриты, который написал Рупа Госвамипад, там уже говорится о саньясе. Бача бегам, манасаха, крода, жива бегам, ударпаста бегам, крода бегам, ударпаста бегам. Already. Rupa Goswami Pad going to give indication about sannyas. И вот Rupa Goswami Pad в этой шлоке уже дает намек на саньясу тогда, когда наша жизнь будет полностью посвящена служению Ачьюте. I'm going to ignore all material enjoyment. Nothing going to give me pleasure. И когда у нас не будет никакой привязанности к материальным наслаждениям, то это будет зрелая саньяса. А если кто-то принимает саньясу, чтобы просто злоупотреблять и собирать побольше пожертвований и всего прочего и наслаждаться материальными вещами в одежде саньяси, то такой человек будет сурово наказан. Если обычный человек совершит ошибку, это куда бы ни шло, но если саньяси и брамачари совершают ошибки, то они не будут прощены. И вот это очень плохо, если кто-то злоупотребляет саньясой.
Вы знаете, демоны, они также могут цитировать из Писаний стихи какие-то, как Хираньякашипу, Хираньякша, Раван. А в этом материальном мире так много Раван и Хираньякашипу, кто может предотвратить все это. Сейчас, к сожалению, поле преданности, оно осквернено такими и подобными вещами. И вот Хираньякашипу и Хираньякша, они цитируют шастры. Они могут что-то говорить из шастры. Как смотрите, Хираньякша и Хираньякашипу, когда Хираньякша был убит Варахадевом, то Хираньякашипу он утешал свою мать и жену брата, и он рассказал им историю про Усинадеша Раджу. И вот вы можете быть удивлены, что Хираньякашипу говорил такие прекрасные вещи. И вот он из шастра прекрасные стихи цитировал, когда Гаудия-матх И вот, а что значит саньяса в Гаудия-матхе? Они принимают саньясу, но внутри они парамахамсы, но принимают саньясу из-за смирения, но сахаджи они злоупотребляют всем этим. И вот в этом стихе говорится, что вайшнавы не должны носить одежду красного цвета, то вот эти сахаджи понимают, что никакого шафрана нельзя носить. Но это не так. И под именем Рупануга и Рагануга Баджина много происходит всякой ерунды, этим некоторые злоупотребляют, как Шанкарачарья, он злоупотреблял Ведантой. И Шанкарачарья хотел утвердить Майявада Вичар. Шанкарачарья, он всегда искал все различные книги Веданты, Веду, Панишады, чтобы найти какие-то слова, на основе которых он может свою Майваду утвердить. Но наши ачарьи, Рупа Госвами Пат и другие, Шрила Бхактинот и Прабхупат, они все это опровергали. Но Шанкарачарья получил указание от Верховного Господа в Падмапуране, это есть. И хотя Шанкарачарья, он Вайшнаварадж, Шанкараха, Сакшат Шанкараха, Шанкарачарья, он сам Шанкар Бхагаван Оком. В 12-й песне говорится: и вот кто-то может спорить со мной, что в Бхагаватам говорится так. И почему мы не можем следовать Шанкарачарье, если так говорится там, и хотя Шанкар Бхагаван Махадев, он Парам Вайшнав, но он действует как этот начальник Тамагуны, и мы можем любить Садашиву, но так или иначе мы не должны следовать ему. Мы не можем следовать ему полностью, мы должны следовать Садашиве именно. Шанкар Бхагаван, он помогает нам. Шанкар и Нарада, они два бхакти-ачарьи. Внешне Шанкар Бхагаван, он находится в таком тамагунном уровне, а Нарада в сатвическом.
И смотрите, когда любые стотры, шлоки, которые есть везде, можно найти, что это либо Шанкар сказал, либо Нарада. То есть они пришли либо через Шанкару, через Шиву, либо через Нарада. И поэтому мы не можем избежать Шанкара Бхагавана, и поэтому мой Гуру Падмана очень любил его всем сердцем. Я также без Шанкара я не могу находиться нигде. Мой Иштадев поклоняем Господь Шанкара, но я также всем сердцем люблю Шанкара Шиву с самого детства. Что делать? Шанкар может обмануть кого-то и также помочь нам. Те, кто, у кого нет сознания, они эти лицемеры, и для них Шанкар может показать такое лицемерное настроение, а для тех, кто искренне, Шанкар Бхагаван может пролить милость на них, чтобы они обрели бхакти. Так много случаев. И вот эти прачеты, они тоже обрели милость. Вот Шанкар Бхагавана. Я не могу их всех перечислить. Но также Шанкар Бхагаван может обмануть нас. Мы следуем нашей Гурварге. И согласно шастрам, вот эти 12 махаджан, Шанкар Бхагаван, он очень важен. Но все же внешне мы не следуем ему. И Шанкар Бхагаван, когда пришел к нам в форме Шанкара, он также прекрасно говорил, что преданные, чистые преданные, они могли понять, что он вайшнав. Но все же я не следую Майявада Бхаши, поскольку это Майявада Бхаши, она написана Шанкарачарьи, а Шанкарачарья, он как бы воплощение Шивы, но я не следую этой Майяваде, хотя он много написал, но это не мое, не наше, и мы не должны следовать этому, хотя Шанкар, он лучший из вайшнавов, но когда он пришел в образе Шанкарачарьи, то мы не должны ничему следовать, то, что он принес в этом образе. Govindam bhajo muramate samprapti sannihite kale nahi nahi rakshati dunkriya karane bhajo govindam bhajo govindam elattu. И вот мы должны поклоняться Говинде. Шанкар Бхагаван говорит, Шанкарачарья. Так много свидетельств Шанкарачарья говорит, что внешне я утверждаю Майяваду, но внешне... А внутренне вы должны знать, что я вайшнав. И вот Хиранякашипу, когда утешал свою мать и жену брата, Хираньякашипу, Хираньякша, они внешние спутники вечные, они спутники Верховного Господа. Мы не должны забывать об этом. Как кто-то, попадая в вечную дхаму Господа, они не должны никогда возвращаться назад. Но здесь как понять этот случай? Вишванатха Чакраварти, Сиддхартха Госвами Пад и Джива Госвами Пад, они говорят об этом. На самом деле, они все Вайкунтха Паршады, они спутники Господа на Вайкунтхе, они не падают. Но как они попали в этот материальный мир в форме демонов? И вот суть в том, что они Вайкунтха Паршады, естественно, у них есть йогическая сила.
И вот Вишвана Чакравати говорит, и Шитас Госвами также говорит, с помощью йогической силы они стали очень малы. Это их сиддха-деха йогическая. Это духовное тело, оно уменьшилось в размерах, как Друва Махарадж, ему не нужно было оставлять свое тело, чтобы достичь Друвалоки. И вот смотрите, они приняли очень тонкую форму и вошли в чрево дитя и родились в этом материальном теле. И внешне, то есть они смотрите, тело они свое не оставили, а просто с помощью йогической силы приняли очень маленькое тело, вошли в чрево. Это дети и родились в качестве демонов. И с Хануманом такая же история была, как он стал какой-то маленькой мошкой и смог проникнуть туда, куда в своем теле обезьяны он не мог. И вот Махарадж однажды был в Гималаях, и там встретил какую-то матаджи с Карнатаки, очень пожилая была, лет сто ей было. И вот как она жила там, что ела, как шла на даршан Бады Нараяна, никто не знает. Однажды она сказала нам, что благодаря йогической силе она получает даршан Бады Нараяна и возвращается назад. Хотя, если посмотреть, там пешком два дня надо идти, но с того места, где она находилась, где жила. Но она говорила, что когда хочет, она с помощью йогической силы быстро преодолевает это большое расстояние и возвращается назад. И также она как-то организовала себе все это. Ну, весь рис, горох и прочие продукты. И вот мы должны помнить, Хираньякашипу, Хираньякша, Джая-Виджая, они приняли тонкую форму и вошли в чрево Дити и приняли эту грубую форму Хираньякши и Хираньякашипу впоследствии. Но все же это удивительно, когда они so long as you are your sukshma java linga nito hi atma, if your linga deho, I mean karan sarir, linga deho means subtle body. И вот линга деха это тонкое тело. Если мы не сможем, и пока наше тонкое тело, оно не исчезнет, то от всех проблем, связанных с кармой, мы не избавимся. Мы вынуждены будем находиться в оковах этой кармы. И различные проблемы могут прийти.
И Майяна может сыграть с нами какую-то шутку, злую шутку. Майя. И когда, а только тогда, когда Майя увидит, что этот дживатма уже одобрена, проверена и прошла все испытания. То тогда не, она отпустит эту дживатму, а до этого мы все должны страдать. Почему я говорю об этом? С великим терпением мы должны слушать. Кто-то злоупотребляет Бхакти Сиддханта Вани из-за своих корыстных этих желаний. Кто-то что-то услышит одно, поймет совершенно по-другому. Как смотрите, Шанкарачарья и наш Ясадев Госвами, они написали в Веданте, Махапрабху говорит про Кашинанди Сарасвати. И вот Ясадев Госвами, он описал как формулы сутры. И только Ясадев Госвами знает об этом, другие люди не знают. И те, кто могут синхронизировать, гармонизировать свое сердце с Ясадева Госвами, они поймут то, что он хотел сказать. И вот злоупотреблять учением Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати нельзя. Но кто будет контролировать все это? И вот мы должны быть очень осторожны. Я скажу, что Бхагавад-дхарма – это абсолютная дхарма. Можете ли вы опровергнуть как-то это? Бхагавад-дхарма – это абсолютная дхарма, и в то время как другие обычные дхармы, они могут быть, мы можем относиться к ним как к неполным, каким-то не это, неполноценным дхармам, и они также могут быть ступенькой к абсолюту, они могут быть каким-то уровнем на пути к абсолюту. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такой пример, что все одни дхармы, буквально религии, они подобны ступенькам на пути к Бхагавад-дхарме. И вот Бхагавад-дхарма, Атма-дхарма, она идеально подходит всем душам. Бхагавад-дхарма – это абсолютная дхарма. А другие абсолютные обычные дхармы, они могут, можно к ним относиться как к ступеням на пути к Бхагавад-дхарме, подобно тому, как можно видеть ступить лестницу, как она под, то есть можно сравнить с лестницей. И также эта сиддханта, она выдана Шрилой Сачидананде Бхактивинода Тхакуром в Джава-дхарме. У нас нет права оскорблять или как-то не уважать какие-то другие дхармы, неважно, это библейская, христианская или мусульманская или еще какая-то. У нас нет права оскорблять кого-то или выражать какое-то неуважение к чему-то. Но все же наверняка. У меня есть мое право утвердить величайшее положение Атма-дхармы или Бхагавад-дхармы. Никто не может остановить нас. И вот это Сиддханта. Это Бхамма Руддадда Навагая Кадачана.
Часто Гуру Падма говорил об этой шлоке. Наш Верховный Господь, Он Бхагаван, Бхагаван Шри Кришна. Он высочайший среди всех. Но мы не должны оскорблять никого никогда. Брахма, Шанкар, все другие полубоги, мы не можем оскорблять их. Гуру Падма говорил часто об этом. Мы никогда не должны пытаться оскорблять их или говорить какую-то ересь против них. Когда я был в Южной Индии, по просьбе каких-то саду, я сам не хотел ехать, но мне попросили, чтобы я поехал вместе с ними. И вот там какой-то ачарья говорил какую-то ересь про Брахму. Брахма, наш предыдущий ачарья, как кто-то смеет оскорблять Брахму. И вот меня там не было, иначе я бы ответил должным образом этому оскорбителю, но так или иначе. И вот Бхагавад-дхарма – это абсолютная дхарма. И таким образом у нас нет права оскорблять христианскую, буддистскую или какую-то другую религию, поскольку согласно их уровню сознания они следуют. Даже те, кто следует Шанкар Бхагавану, Брахме или Кали, у нас нет права оскорблять их, поскольку согласно их уровню сознания они следуют этому. И в какой-то день, когда они обретут связь с чистыми Гуру Вайшнавами, они осознают, что Атмадхарма, Бхагавадхарма – это наивысшая дхарма. И вот атма-дхарма, что это значит? Что значит атма-дхарма? Атма-дхарма значит вечная дхарма. Никто никогда не создал ее. Можно найти начало, когда началась библейская религия, мусульманская, но от начала атма-дхармы не найти, поскольку она связана с нашей душой, а не с чем-то материальным. Атма-дхарма значит вечная дхарма, поскольку атма-душа, она вечна и вездесущая. А все другие так называемые обычные дхармы, они имеют дело только с грубым телом, но, может, иногда с каким-то тонким телом или умом и всем остальным, что связано с этим телом и умом. И вот все эти обычные дхармы, они имеют дело с грубым телом и очень редко с тонким, но не высший. И вот не оскорбляя других, и вот не оскорбляя других людей и религии, это наша обязанность доказать превосходство атма-дхармы или бхагавад-дхармы или санатан-дхармы. Мы не можем оскорблять их, говорить какую-то ересь. Они в какой-то день осознают и поймут, что есть что. И вот таким образом, смотрите. Но у меня есть мое право, это наша обязанность доказать превосходство атма-дхармы или бхагавад-дхармы или санатан-дхармы. Санатана значит вечно существующее. Санатана-дхарма, если у нас есть какое-то представление о санскрите,
то я хочу сказать, что вот это сада плюс таноти. Сада значит вечное, а таноти расширяющееся. Сада плюс таноти. I mean, always eternally progressive or propagative or progressive by nature or eternal dharma, I can say, in one word, sanatana dharma. И вот это можно одним словом это назвать санатана дхармой, вечное и вечно расширяющееся. В этом мире так много всяких проблем, которые... И кто-то постоянно выступает против Бхагават Дхармы, но все же Индия – это Индия. Индия, она живет с Бхагават Дхармой. Не все, конечно, но есть такие. Так много проблем возникало в истории Индии, но все же... Но все же это семя дхармы никто не смог изгнать. Так много дхарм появлялось, исчезало, но Бхагавад дхарма навечно существующая. И только прекрасная атма дхарма, она может удовлетворить Верховного Господа. Верховный Господь может быть доволен только благодаря этой прекрасной атма, благодаря прекрасной атма дхарме. И нет никакого другого пути, чтобы Господь был доволен на особом, в особом случае я... Иногда я прославляю Иисуса, Будду, Магомеда или еще кого-то, чтобы показать основные принципы Бхагавад-дхармы. Бхагавад-дхарма – это основа. Я могу привести множество примеров Бхагавад-дхармы, и они тоже. И на этом основании я хотел привести пример, который есть в Библии или еще где-то. И что, в чем проблема, если я привожу такие примеры? Но опять же, если я привожу эти примеры, это не значит, что нужно следовать этим христианским каким-то принципам или еще чем-то, или еще чему-то. Это просто пример. Это никак не значит, что нужно делать то, что христиане делают. Я прославляю благодаря их качествам, чтобы показать, что... Чтобы как показать их качество смирения, например, как у Иисуса было. И вот не насилие – это один из принципов Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-дхармы, я это хочу сказать. Ахимса, понимаете? В Чайтанья Чаритамрите также говорится, Вайшнав, он никогда не причиняет боль другим, поскольку они следуют Бхагавад-дхарме. Основа Бхагавад-дхармы – это не насилие, не только это, а также так много этих представлений, там Бхагавад-дхарма, она открытая, она с открытым сердцем, она может принять всех людей, все люди, они вайшнавы потенциальные. И вот Шримад Бхагаватам Махапурани, Вьясадева Госвами, он пишет, и вот эта шлока, и последние слова он говорит, что вы все приглашены,
принять участие в этой Бхагавад-дхарме, поскольку Бхагавад-дхарма, она открыта для всех живых существ, для всех душ. Все души, они вайшнавы, поскольку все, любая дживатма, в любой форме, которая находится, они все изошли из Вишну. Изначальный источник всего — это Вишну, и поэтому принимают они или не принимают они все вайшнавы. И вот читание Бхагавати Вридаванда Стакур Махашу говорит об этом. Кто-то принимает это, кто-то нет, но все же, осознанно или неосознанно, все дживы, они вайшнавы. Их вечная дхарма — служить Кришне. И вот когда я... Not to prove that all the same. Never I wanted to speak. Some foolish people going to speak this way. They're so foolish. Actually, they want to. И вот какие-то люди, они глупые, пытаются как-то злоупотреблять всем этим, прикрывая свои недостатки. И это, к сожалению, очень плохо. Как это видно, что как эти обусловленные души, каким образом они злоупотребляют Бхактисиддханта Вани и прикрывают свои корыстные мотивы Сиддханты. Я говорил уже, что демоны, эти асуры, они тоже могут цитировать Писание, но все же они не говорят там о превосходстве Верховного Господа. Это не для того, чтобы утвердить превосходство Бхакти, а просто они цитируют что-то, но цель другая. Но Бхакти-маргу они не следуют, однако. И вот это указание, которое дал Питамаха Бхишма, я много раз говорил об этом. Завтра, может, опять буду говорить. Питамаха Брахма говорит Нараде: проповедуйте Бхагавад-дхарму, но будьте осторожны. Вы должны проповедовать Бхагавад-дхарму таким образом, чтобы эти обусловленные души они не обиделись. И вот смотрите. Это указание, данное Питамахой Бишмой. Я завтра также буду говорить об этом. Брахма, точнее, Брахма это сказал, Бхишма тоже много говорит, но сейчас конкретно к Брахме у нас вопрос. И вот Брахма сказал нам, чтобы показать нам путь совершенной практики преданности, через которую эти обусловленные души получат точное определение, указание атма-дхармы, санатан-дхармы, чтобы развить бхакти в адрес лотосных стоп Верховного Господа. Нарада, будь осторожен. Когда ты проповедуешь, ты должен быть очень осторожен. Никакой корысти не должно быть для обретения практики или еще чего-то. Не делай. Это наставление Брахмы, данное нам. Мы должны проповедовать атма-дхарму, санатана-дхарму. Мы должны делать так, чтобы эти души, они получили полное знание о атма-дхарме, о санатана-дхарме, чтобы они развили бхакти лотосным стопам Верховного Господа. Мы должны быть очень осторожны насчет этого. И как честный духовный лидер, я не могу обманывать людей с
какими-то неавторитетными наставлениями, как поедание мяса, рыбы, распитие алкоголя и прочего, как честный духовный лидер. Я не могу обманывать людей какими-то неавторитетными наставлениями. Я не должен так делать. Даже просто для каких-то моральных людей, это моральные люди не занимаются этим. А что говорить о каких-то духовных личностях, которые пьяницы, убивают животных, как они могут это, кто-то может это поддерживать, эти животные концепции жизни. И как кто-то может поддерживать или одобрять такие действия? И так или иначе, деградация человечности очень плоха. Человеческими вот такие какие-то совсем дурные действия, как они не одобряются никакой религии. И вот что же говорить об абсолютной атмадхарме, санатандхарме или бхагавадхарме. И вот принципы ненасилия – это очень важные принципы даже для какой-то обычной религии. Мы не должны говорить еще что-то об этом, поскольку это естественно. Если кто-то хочет получить одобрение для поедания невегетарианских вещей, но да, Иисус, Он этого не делал. Я уже изучал Библию. И по крайней мере 50 лет назад, когда Махараджу было давно достаточно, лет 50 назад он изучал Библию, и вот в этой индийской версии Библии там написано, что Иисус вегетарианец был. Ну, по-видимому, в каждой стране своя версия, вот в индийской. Не написано, что он пил вино, ел мясо, и рыбу и прочее. I am the son of that Nectarian Supreme Lord. Мы все дети этого Верховного Господа. Иисус Христос тоже говорил, что я сын того Верховного Господа, повелителя Ишвары. И таким образом, Иисус, Он сказал такие слова. И все эти творения в этом материальном мире, они все дети Бхагавана, они все дети того Верховного Господа, и также в Коране говорится об этом. И вот там также говорится, что мы не, у нас нет права убивать даже каких-то птичек. В Коране говорится об этом, что мы все творения того Верховного Господа, мы все дети, Его дети, братья и сестры, и у нас нет права убивать кого-то, даже в Коране говорится об этом. The missing life of Jesus Christ can prove
И вот и книга «Потерянная жизнь Иисуса», там описывается, что он пришел в Индию и искал здесь духовное сокровище. И вот какая-то компания книгу опубликовала «Потерянная жизнь Иисуса». И вот там показывается, что он приходил в Индию в эту страну духовного развития, чтобы узнать все о духовной жизни. Moreover, those following documents given by me can break your wrong conception about eating fish and meat and wine, etc. So many documents I am going to think, I am going to give, etc. Dirty things. So, moreover, the following documents can break your wrong conception about eating fish, meat, or wine, etc., dirty things. I want to give so many examples. It is there in international book. You know, Greenwich book also you can get. Greek scientist or philosopher Pythagoras он сказал, что as long as men massacre animals, they will kill each other. Nobody can stop. Greek scientist or philosopher Pythagoras said that for as long as men massacre animals, they will kill each other. Indeed, he who sows the seed of murder and pain cannot reap joy and love. То есть пока люди будут убивать животных, то никакой радости, любви и отсутствия болезни не будет. То есть если мы причиняем боль животным, то все эти беды и проблемы, они придут к нам. И также другой философ сказал, что если вы хотите остановить войны, то в начале всего вы должны остановить эти бойни. Люди убивают животных ради удовлетворения чувств, это запрещено. И вот этот философ сказал, что если вы хотите остановить войны и все остальные трагедии, сначала нужно прекратить существование мест, где забивают животных. И Аристотель также сказал, что, несомненно, политик, который контролирует всю ситуацию в стране, он должен быть философом высокого класса. Иначе он, как слепец, может просто получиться так, что он будет сам обманут и обманет других. И Эйнштейн также говорил, что я чувствую, что я бесконечно мал и хочу понять все, что происходит в природе. Также индийский политик, who was known as Mahatma Gandhi, said that Mahatma Gandhi, так называемый, он говорил, что сейчас скот, когда эти животные, они попадают в эти мясокомбинаты, поскольку они из-за нашего криминального безразличия и отсутствие разума. И вот все. И на основе защиты коров он сказал, что моя цель. И вот Ганди сказал, что он хотел установить принципы защиты коров по всему миру. My ambition is not less than
to see the principle of cooperation established throughout the world. Now my question is that to you. И вот вопрос такой. И те, кто злоупотребляет моей харикатхой, я хочу спросить их, хотите ли вы доказать, что... Now my question is that unto lotus feet of those people, those who want to misuse my harikatha, Siddhanta. Now my question is that. И вот мой вопрос в том, хотите ли вы, думаете ли вы, что Иисус был в полном невежестве, что он? Jesus Christ was in the ocean of ignorance. Do you want to prove that he was even more less intelligent than those material philosophers and writers and scientists? What do you want to prove? What do you want to prove? I like to get answer from you. Then how we can expect? И вот и такие. Думаете ли вы, что Иисус был более глуп, чем все эти вышеперечисленные философы, что он одобрял поедание мяса и рыбы? И как можно ожидать его одобрения к каким-то таким тамасическим вещам? Как можно относиться к таким грязным вещам, как к просаду? Хотя все авторитетные шастры, those things are strictly prohibited. Some scriptural evidence are given below. I like to go on giving some example for some, maybe for 2-3 days I can go on giving this kind of example. If you have your power to break, you can break. Some scriptural evidence are given below. И вот из Шримад Бхагаватам я хочу привести несколько свидетельств, как Шримад Бхагаватам. Баббаями шамаддо сева нитахи янтор нахи татр чодона бевасити стешу вибахо йогьо шурагрохи расу нибриттариста. Follow what I mean to say. Локе баббаями шамаддо сева, локе баббаями шамаддо сева нитахи янтор нахи татр чодона. Бевастити тешу вибахо йогьо, бевастити тешу вибахо йогьо сурагрохи расу нибриттариста. Try to point out. Локе баббаями шамаддо сева, нитахи янтор нахи татр чодона, бевастити тешу вибахо йогьо сурагрохи расу нибриттариста. What do you mean? This mean. И вот что это значит? В этом мире люди, они привлекаются сексом, одурманивающими веществами, мясоедением и прочими всякими одурманивающими вещами. Но, опять же, это не может быть. Никакие авторитетные шастры этого не рекомендуют и не одобряют, но опять же, священный брак – это другое, это одобрено шастрами в Ведах. Я могу привести несколько примеров, как какой-то ребенок не хочет принимать горькое лекарство, но мать пытается как-то его накормить, но все же мать, она дает сладкий шарик. Какие-то сладости в обмен на то, что ребенок съест сладости и также лекарства.
Ребенок соглашается. Mother going to give to the boy. So this is not the instruction of authentic scriptures. Не наставление авторитетных писаний. Это но опять же одобренный священный брак это одобряется шастрами. Ultimately, they must give up those dirty things. Но все же люди в итоге они должны отказаться от всего вышеперечисленного. Это не наставление авторитетных писаний, что люди должны заниматься всем этим всю жизнь без всякого регламента. Drink, you know, this that, but not approval. This is not at all the approval. From the next sloka, I mean, следующий шлоки, Шримад 13 sloka, Бхагават Махапуране говорится. Бхагават Махапуран, secret, you know, thing. Jad grano bhaksho vihito, sarayahas tathapo shoralo vanam nahingsa. Jad-grhāna-bhakṣo vihitaḥ sarāyahās tathāpo tathāpasur ālavanam na sīṃsā evam vepāyah prajāya narattvai imam viśuddham na viduhu svadharmam. If at all, if at all such, if at all such scriptural prescription, предписания писаний видны в писаниях, в шастрах. Это несомненно не для того, чтобы одобрять наши какие-то такие действия, а для того, чтобы контролировать их, чтобы показать путь. You know, recovery. Путь к восстановлению. But to show the way how they can recover from this material disease. Показать, как мы можем избавиться от этой материальной болезни. They can get recover. That's why this kind of, you know, prescription sometimes you can find. But ultimate reason is to get control over their fanciful attitude. В том, чтобы контролировать наш ум. Если мы не сможем отказаться от всех этих вещей, то, по крайней мере, должны делать это регулированно под контролем шастры, и тогда мы разовьем хорошие качества, как... Как вот алкоголь, например, в Ману-шастрах, в Ману-самхите, пить алкоголь очень плохо, но все же, что делать, какие-то эти алкоголики, они все равно пьют, но чтобы их как-то контролировать, говорится, что после яги можно пить. То есть какие-то эти... Также говорится, что алкоголь только за запах можно принимать, если кому-то предлагается, имеется в виду божеством каким-то, таким тамасическим. So animals' limbs are cut, not slightly, during sacrifice, but they are not killed. Sex is permitted for producing children. Как половые отношения, они одобрены для рождения детей, а не для наслаждения. И какие-то глупые люди, они не знают
что делать, чтобы очистить свои действия, мы должны вот слушать эту шлоку и Again, from the same Bhagavatam, 11th canto, 5, chapter 14, sloka, I can give example. Here it is written clearly. Jetu ane, jetu ane, jetu ane van bido, jetu ane van bido, asanto stabdaha, Сад обиманинаха, пашуно дурджанти, бишрабдха, претто каданти, те чатану, те чатану. Джету, джету, аневам бидо, джету, аневам бидо, джету, аневам бидо, ахасанто, стабдха, сад обиманинаха, Пашуно дурджанти бишрабда претто каданти те чатану. Манша, meat, meat. Манша in Sanskrit we know. The spelling, you know. Манша кадати. He is going to eat me, my body. I am also going to take his body. Next life. И вот мамса, что значит, что я в этой жизни ем твою плоть, а ты мою в следующей. И те, кто игнорирует принципы религии, They think we are Pandit, we are pious, but they don't know. Without compunction, commit violence against innocent animals who are fully trusting in them, will be eaten by the same creatures in the next lives. Follow. They are going to eat meat. No problem, they can eat. But also in next life, they are also going to eat them. То есть люди могут и есть мясо, но эти животные, которых они ели в следующей жизни, они съедят их. Так как карма работает? Шватманам харимишварам мритаке санубандхе Асмин Бадхо Снеха Патанти Адха. Try to follow. Дишантаха Паракаишу. Шатманам Харимишварам Мритаке Чану Бандхе Асмин Бадхо Снеха Патанти Адха. What do you mean? I mean killing animals. И вот убийство животных. Killing animals means. Значит. Killing animals means to give pain to the Lord. Killing animals and hurting the Lord. Killing это буквально ненависть к Верховному Господу. Those who are и те, кто bound by affection of their own bodies and relatives, they are surely going to fall down into hell. No doubt. То есть, если мы убиваем животных, то мы этим самым причиняем боль животным. В смысле? I can give example one or two more, and after that tomorrow also I can go on discussing. Если мы убиваем животных, мы причиняем этим боль Господу. In Bhagavad Gita Mahapuran we find 6th canto 1 chapter 16 sloka. Но татахи агаван раджан пуеет тапа адиби. Но татахи агаван раджан пуеет тапа адиби. Жатха кишнарпита прано тат пуруша нишевая. О кинг, Сукдева Госвами speaking, о кинг, a sinful person
И вот Шукадев Госвами говорит, о царь, грешник не может стать, он не может очиститься с помощью аскез или еще каких-то этих вещей. И вот те преданные, чья жизнь и душа на полностью посвящены Верховному Господу. Грешный человек, он не может полностью очиститься с помощью аскез и других каких-то процедур, процессов, как может быть очищен с помощью внимательного служения тем преданным, чья жизнь и душа полностью посвящена Верховному Господу. И другой пример. Шестой части. Прасчиттарни чирнани нараяна параммухам на ниспананти раджандро сура кумбхо мивапага. Прасчиттарни чирнани нараяна параянам на ниспананти раджандро сура кумбхо мивапага. И вот это значит, о царь, даже великие покаяния, о царь, даже великие покаяния не очищают человека, который те, кто выступают против Верховного Господа Нараяны. Подобно тому, как много рек, они не могут очистить емкость, где был алкоголь. И вот если в шастрах говорится так, кто может утверждать, что можно пить алкоголь? И Иисус не мог такого говорить, что не мог одобрять распитие алкоголя. Если это даже нельзя очистить даже емкость, в которой он был. И вот смотрите. Вы можете понять. И вот насколько опасно все, что в следующей жизни мы вынуждены будем страдать. И также можно вспомнить, как этот Чапал Гопал, если мы совершим оскорбление, то у нас не будет, не факт, что будет возможность исправить это все. И мы должны помнить, как этот Чапал Гопал развил опасную болезнь. Эту лепрою, как говорится, проказу. И также можно вспомнить, как этот Чапал Гопал, вот он заразился проказой из-за оскорбления великого Гауранга Прасада Сивас Пандита Ачари. Из-за того, что накидал перед его вон домом емкости из-под алкоголя, красные розы, кости, ну, те предметы поклонения Кали. Он хотел опозорить его, показать, что он не вайшнав. И смотрите, что из этого вышло. Что он Бавани Пуджа, Кали Пуджа занимается. И поэтому вот он пришел
всякими емкостями из-под вина и чайными этими красными, не розами, а цветы красные для поклонения пуджи. А тот вышел с утра и сказал: «О, люди, смотрите, я такая падшая душа, я вот кали пуджи занимаюсь». И люди поняли и подумали, кто же смог накидать перед его домом столько мусора. И Шивас Пандит, он позвал одного подметальщика и тот выкинул все это. И вот если вино настолько оскверняет и само очень нечистое, то как можно думать, что можно пить его на этот, на Крисмас или еще какие-то праздники? И вот Господь говорит, и вот Шиван Махапрабху никогда не простил этого человека, который накидал столько мусора перед домом Шивас Пандита. Envious or jealous activities. Prabhu, Mahaprabhu told him. И вот Махапрабху сказал. You are feeling pain, na? Your body melting by leprosy. This is nothing. Твое тело страдает от этого. Ты сейчас страдаешь от проказы, это ничто. Ты будешь страдать жизнь за жизнью из-за такого оскорбления Вайшнава. Будь осторожен. И что говорить о других каких-то вещах, которые происходят под именем религии? И вот что же говорить о так называемых нечистых вещах? То есть смотрите, даже просто с точки зрения чистоты посмотреть, алкоголь, он очень нечист, оскверняет. Эти вещи очень скверны, и нет сомнений никакого в этом. И так или иначе, эти вещи не должны быть в нашей жизни. И так или иначе, и такие вещи, как алкоголь, убийство других живых существ, насилие, одурманивающие вещества, они не должны быть ни в какой дхарме, ни в какой духовной практике. Если люди просто хотят наслаждаться, а если люди просто, точнее, эти не люди, а эти духовные организации хотят просто завоевать славу, то это все равно плохо, обманывать весь мир. И нет спасения от такого обмана. И вот из Шримад Бхагавата Махапураны мы находим такое подтверждение ненасилию. И вот Шримад Бхагавата Махапуране в шестой песне такие стихи есть. Оби бхавантихи, эвам ниямакрит раджан, шанай хемайо калпати. Anybody who is taking very nice, шудха саттик diet, ест такую прекрасную саттвическую еду, very nice, шудха саттик diet, cannot usually grow any disease. Такие люди, как правило, они ничем не болеют, никаких болезней в их теле нет. И в то же самое время
все прежние болезни, они уходят. И таким образом, те, кто следует по строгим правилам и предписаниям, на пути баджана, они, несомненно, И вот те, кто едят еду сатва-гуни, такие люди, они не развивают никаких болезней в своем теле, не развивают никаких болезней, как правило, и в то же самое время все болезни, которые могли быть, они уходят. И таким образом, те, кто следует всем строгим правилам и предписаниям, которые описаны в шастрах, согласно наставлению садху-гуру и вайшнавов на пути их баджана, это, несомненно, поможет нам обрести качество, обрести татва-гьяну. И вот если мы будем жить таким сатвическим образом жизни, получим помощь от гуру и вайшнавов и избавимся от влияния этого материального мира и обретем решение всех проблем навсегда. Кто-то и какие-то эти индульгенции церкви просит прощения за грехи какие-то, но это нехорошо. В писаниях никак нет ничего подобного. И вот качество способности, как обрести татва-гьян, если мы следуем чистым гуру вайшнавам, то мы обретем все качества, ну, и мы сможем стать успешными. И вот мой вопрос. Выслушав все эти аргументы, как вы можете продолжать дальше есть какие-то продукты убийства и прочие одурманивающие вещества? Мы не должны прикрываться учением шастр, чтобы покрыть свои какие-то дурные эти привычки. Ну, смотрите, если вы даже делаете все, то это то все равно Кришна нам. Повторение святых имен Шри Кришны, оно может избавить нас от всех грехов. Это санатана дхарма, воспевание святых имен. И как можно говорить, что она такая же, как христианство или еще какие-то обычные религии? Нет, это бхагавад-дхарма, атма-дхарма, санатана дхарма. Просто воспевая имена Кришны, мы можем избавиться от всех грехов, совершенных за все наши прежние рождения. И вот это прекрасная научная бхагавад-дхарма, вечная дхарма. И кто-то... Я могу ответить на все ваши возражения. И вот смотрите, таким образом мы можем видеть, что бхагавад-дхарма, вечная дхарма, она настолько чиста, она не может быть сравнена с какой-то обычной дхармой в этом мире. Это не вопрос споров. Это не вопрос. Я говорю из сердца. Это действительно так. Калун Раджан Джагатам Парам Гурум Трилоканатанатапад Панкаджам Прайнамарта Бхагавантам Ачютам Jakshanti pasanda vibhinna chetasa Bancha kalpaturvasi ke pasindu bevacha Pati tanang bhavane bhavishna vyo namo